Словесно, Кубани – город спортивный. По статистике, более 40% наших земляков занимаются физической культурой. А это почти 50 тысяч жителей. Для любителей здорового образа жизни создаются все условия. Развиваются новые виды спорта, строятся спортивные объекты, проводится модернизация старых. Сегодня одним из самых популярных мест активного отдыха славянцев стал городской стадион. После проведенной реконструкции здесь каждый, независимо от возраста, может найти себе занятие по душе. Одна из важнейших задач, которую ставит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев перед муниципалитетами – развивать массовый и разносторонний спорт. Спорт в шаговой доступности. В Славянске на Кубани вот уже который год излюбленным местом отдыха и активного времяпрепровождения стал городской стадион имени Николая Петровича Бурлаки. Каждый вечер сюда, чтобы позаниматься спортом, приходят десятки славянцев. Стадион работает с 6 до 10 вечера. Посещения свободные, инвентарь выдаем бесплатно, баскетбольные мячи, волейбольные, настольный теннис. На большом поле также даем мячи, дети занимаются в вечернее время. Любители спорта на стадионе найдут для себя много полезного. Футбольное поле, беговые дорожки, площадки для занятий баскетболом, пляжным волейболом, теннисом, спортивное оборудование для прыжков в длину и высоту, тренажеры, турники и так полюбившийся детьми скалодром. С самого утра и до позднего вечера на территории стадиона занимаются как совсем юные спортсмены, так и пожилые люди. Приходят родители с малышами, и пока те играют в песочнице, взрослые занимаются на тренажерах. В общем, на спортивной арене нашего города с утра до вечера кипит жизнь. Отрадно, что жители нашего города выбирают здоровый образ жизни и спорт. Каждый день после 6 приходим для того, чтобы спать всю ночь, не просыпаться, вот, улучшить свое кровообращение. Поэтому ходим с дедушкой каждый день. Вот сегодня привели двоих внуков. Все здесь хорошее. Волейбол мы, конечно, баскетбол не играем по возрасту, а занимаемся на тренажерах и ходим с дедушкой пешком. А внуки бегают бегом. Прихожу каждый день на стадион, занимаюсь. Вполне устраивает, как обустроен стадион, все отлично, все нравится. Я прихожу на стадион для того, чтобы развивать свое тело, ну, поддерживать здоровый образ жизни, ну, свободное время здесь проводить. Но не только любители, но и профессиональные спортсмены занимаются на городском стадионе. С утра до вечера здесь кипят футбольные баталии, разыгрываются баскетбольные матчи, проходят турниры по волейболу. Не зря Славянск на Кубани считается одним из самых спортивных городов в крае. И это не случайно, ведь в нашем городе действительно созданы все условия для занятия самыми разными видами спорта. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».